награждается архиерейский мужской хор Саратовской митрополии, город Саратов, регент Александр Зануля. Архиерейского мужского хора Саратовской митрополии награждается отдельным дипломом в номинации «Регинское мастерство». А я приглашаю на эту сцену архиерейский мужской хор Саратовской митрополии. Хор основан в декабре 2003 года по благословению Высокопреосвященнейшего Лонгина, митрополита Саратовского и Вольского, при храме Сошествия Святого Духа города Саратова. Основной состав певцов хора представляют профессиональные музыканты, студенты и выпускники Саратовской консерватории и Саратовской православной духовной семинарии, а также духовенство Саратовской епархии. Помимо участия в богослужениях на территории Саратовской митрополии, хор ведет активную концертно-просветительскую деятельность. Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии неоднократно становился участником и лауреатом различных фестивалей. Также во время проведения епархиальных ежегодных пименовских чтений хор дает традиционные благотворительные концерты духовной музыки, которые проходят в консерватории. При поддержке фонда президентских грантов ведется работа со школьниками и с заключенными. В 2018 году запись альбома «Teach Me Thy Statutes» с участием Саратовского архиерейского хора получила номинацию на премию «Грэмми». За годы существования коллектива были выпущены несколько сольных компакт-дисков, в которых собраны лучшие произведения в исполнении хора. Сегодня коллектив для нас исполнит 4 произведения. «Приидите, поклонимся» Деместиного распева, расшифровка Смирновой. «В виде разбойник, тропарь 9 часа» исполняется без перерыва. «Мужайся, Церковь Христова» диакон Сергей Трубачев. «Кондакт новомученикам и исповедникам российским». Изложение архимандрита Матфея Мармеля, солист-протодиакон Олег Дроздов, регент Александр Германович Занорин.
Жаз
архиерейский мужской хор Саратовской митрополии.